Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube канала, с вами Константин. Мы продолжаем проходить Атаку Титанов на PlayStation 4. Сегодня воскресенье, значит, серия будет легкая, простая, возможно, очень кровавая, потому что это Атака Титанов. Да, я знаю, что вышел второй сезон Атаки Титанов, конкретно анимешка. Вышло, по-моему, только две серии, по крайней мере, только их я посмотрел. Я признаюсь, мне пока что все нравится, пока что все здорово, и да, мне уже очень многое наспойлерили, но от этого никуда не деться, я к этому был уже готов, и меня, в принципе, это уже не пугает, но прошу воздержаться от спойлеров в комментариях, потому что есть люди, которые хотят все узнать в свое время. Итак, ну что, сегодня мы играем за Микасу, 100 лет за нее не играл, и это будет круто, давайте посмотрим, какие у нас там остались миссии. Миссии, на самом деле, еще вагон. Основную сюжетку там красная, которая восклицательный знак нас пока не пускает, потому что нужно зачистить вот эти вот оставшиеся локации. Тут осталось их вроде как 3 штучки. Здесь вот даже высокая сложность есть, есть сложность поменьше, есть такая. Давайте сначала вот здесь посмотрим. Заодно вспоминаем, что к чему. Насколько я помню, отличительная особенность Микасы в том, что она может наносить 3 смертельных удара подряд. Таким образом, просто можно простого титана, если ты не собираешься как бы заморачиваться и забрать с него какой-то материал, допустим, из ноги, а сразу бить в шею, то здесь можно сделать все одновременно. Поехали. Ой-ой. Тут сразу 2 надо спасать. Кони. Пошли сначала кони спасем. Так, спокойно. Спокойно. Я вот не особенно люблю в городах сражаться, потому что тут особо не полетаешь. Так, вот так вот сделаем. Так, не, давай-ка... Да уйди ты от него! Во! Все нормально, сейчас будет все нормально. Так, тихо, спокойно. Оставьте кони в покое. Вот не всегда корректная цель выбирается, но в принципе... Так, тут не разогнаться было, поэтому 3 удара не вынесу я. Да чтоб ты отвернись-то от меня, а? На! 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 Минус титан! Микаса молодчулька! Тихо! А ну-ка, отпустил его! Жирненький! Слушай, смотри, как быстро он чуть не сожрал кони. На, есть такое дело, красиво она его зарубила. На тебе! На! Вскрыло просто, как индейку. Слушай, у нас уже доступен... Ну, доступна помощь, это хорошо. Так, кого там еще спасать? О, вон, вон, пойдем туда, пойдем. Я забыл, как зовут эту девушку. У нее имя еще такое интересное. Вот правда вот вылетело из головы. Не напоминайте, я сам потом посмотрю, все равно анимешку сейчас смотрю. Да куда ты летишь? Вперед, вперед. Титан. Там у нас уже доступны, кстати, сильный титан. Обалдеть. Ну-ка, давай руку ему вскроем. А что это там? Он на чем-то подорвался, слушай. А что случилось? Я не увидел этот момент. Я этот момент не засек. Блин, пиздец, он воткнулся. На, на. О. Так, ладно, давай-ка вот так сделаем уже. Надоело мне с тобой нянчиться. Всю ночь можно так провозиться. Ты что делаешь? На! Вскрыло просто его. Отлично, вот только клинки у нее ломаются. Вот только в путь. Так, там еще можно. О, Саша, пошли, пошли поможем. Так, что тебе помогать-то? Ты же вроде, ну, как бы нормально все у тебя. Не? Ну вот он, я, да. В чем дело, Саша? А, вон он, в общем, теперь понятно. Так, мелочь мы вскроем. Хорошо. Еще есть кто-нибудь? Так, вон туда. Ты смотри, они все с материалами. Материалов тут, наверное, можно фармить только в путь. Нам нужно сопроводить Сашу. И при том, сопровождение у нас на время. И мне это очень не нравится. Отлично. Так, пока он там падает.
Ну что? Да, говорит, миссия завершена. Все нормально? А, она должна там эти копии все активировать. Нет, еще не все, да? Так, давай-ка с тебя начнем. Время кончилось, но здесь мы сейчас всех скроем, кто там. Отлично. Микаса, конечно, прям удивительно. Сила удара у нее просто, ну, фактически такая же, как у Леви. На! Все отлично. Так, ну что, мы успеем там еще спасти? Пойдем спасем. У нас, правда, команда полная, хотя... Тихо, тихо. На тебе! Отлично. Армин, 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 давай там это... Присоединяйся уже к нам. О, присоединился, отлично. Все нормально? Да, все хорошо. Ой, воу-воу-воу-воу-воу, вот это он прыгнул. Я только увидел уже летящее тело. А ну-ка. Скроем руку, скроем ногу. Просто мясцо. Молодец, Микаса. Умница. Так, ну что, пошли наверх. Пока у меня еще клинки не все сломались. Думаю, можно уже вызвать особо жирненьких, да? У-у-у. Тут еще будут и женская особь Титан. Ну, в смысле, вообще еще другого вида они здесь будут. Я видел просто геймплей. Тут реально еще будет. Тут еще бронированные будут другого типа. В игре еще есть, на самом деле... Ого. Спокойно, спокойно. Так. Итак, где у нас там особый? Где у нас там жирненький? Вон он. О, смотри, он жилистый прям, да? Там на башню пытается залезть. Давайте ему сейчас все вскроем. На. Тихо. Ты смотри, а я промахнулся мимо ноги. Дай-ка вот так сделаем. Да-да. У нас заодно сразу все починилось. Куда он делся? Вы что стоите? Плохо ловите. Как обычно, кроме Микаса, никто ничего делать не хочет. Ой, нога отлетела. Хе-хе-хе, нога отлетела. Ты что там корчишься? Иди уже. Отдыхай. Отлично. Так. Хорошо. Следующий. Мне кажется, очень долго вот этот вот режим помощи действует. Или мне просто, я давно его не использовал, но почему-то мне именно так кажется. О-о-о. Тут меня заприметили, да? Смотри, а здесь можно пострелять. Ну что, постреляем? Да. Так, где? А в кого стрелять? О, вон-то вижу. На! 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 Да на тебе! Все, что ли, забили его? На! Ой, чешет, чешет, чешет. Они так забавно бегают, вообще не могу. На! Пушка очень мощная. И все, и забили всех. Ну, вообще халява. Так, пошли туда. Хорошо. Тут целая куча. Тут еще ловушек целая куча. Не знаю, но это может быть еще сейчас кто-нибудь вылезет. Но, судя по всему, это последние ребята. Больше, по идее, здесь никого быть не должно. Так, здорово. На. 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 Сразу две ноги ему вскрыли. И финальный удар. И забили его. Вообще в легкую. Отлично, пошли до следующего. Оп. Ну-ну-ну-ну, в стену зачем так? Нормально. Ой, за мной побежал. Итак, вот он, последний.
Когда мне уже дадут нужный материал, чтобы я уже смог самые мощные клинки здесь себе уже сковать. О. Красиво. Молодец, Микаса, молодец. И одежду стирать не надо. Все само собой испарилось. Был бы так всегда, вообще было бы супер. Крутяшка. Как обычно, титанов я убил меньше, чем нужно, зато за супер время и по супер. Так, о, Микаса новый уровень, новый скилл. Chain Dash. All of Abuse twice in row. Все ваши скиллы дважды row. Не помню, как переводится. Ну да ладно. Так, нужного я опять не вижу материала. Там нужен Superior Gem Steel. По-моему, так он называется, да. Нужно три штучки. У меня все остальное все есть. И там будут прям супер клинки какие-то. Королевский там King Tiger. Что-то королевский тигр. Что-то такое. Я уже давно жду этих клинков, но как бы, ну нету их. Ну что я смогу поделать? Ну, в принципе, нормально. Так, хорошо, пошли. Поехали к следующей миссии. Так, сразу бегом, 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 бегом. Жаль, что у нас только Эрон может в Титана превращаться. Так, вот этот вот. Вот эту миссию, у нее 5 звезд, она будет посложнее. Так что тут придется поднапрячься, в зависимости от условий. Очень хочется уже каких-нибудь особых титанов. Вот как был звероподобный, я помню, когда сражались с ним, вообще на самом деле было прям... Что-то с чем-то, потому что у него там дополнительная броня, что там его лучше, надо его поджигать и все прочее. Так, ох, матерь божья, сколько у нас условий. Лошадь, сразу прощай. Так, ну ладно, пойдем спасать. Наша задача сначала набрать команду. Отлично, минус один. Воу, 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 смотри уже. Тут. Иди отсюда. Свободен. Вот это прыгает, я вообще дурею. На. Один удар и сразу труп. Так, ладно, пошли помогать. Там у нас вон еще двое. Ой, прости, Микаса, я не замечаю, что ты говоришь. Я как-то слежу одновременно за тобой и за радаром. О-о-о. О, смотри там. А ну-ка, отпустил его. Райнер. Давай-ка не позорься. А-а-а! Тихо. А почему? Почему не подействовало? Да куда? Куда ты? А-а-а! Успел? Да, я успел его спасти. Почему? На тебе. Я обычно, когда кого-то хватают и кидаю слеповую гранату, обычно это помогает. Чтобы ослепить титана, и тут бросил. О, во-во, мы уже вызвали кого-то. Давай не надо. Мускулистый. Мускулисты, как правило, шея заблокирована, значит придется сначала ему потрубать все. Я не очень таких люблю. Их тут аж бог знает сколько. Так что... Так, сразу так сделаем. Давайте, ребят, набросились на него. Тихо. На. 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 Отлично. Сейчас мы тебе ноги-то порежем. Ой, чуть мне прилетело. На. 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 Хорошо. На. Давай, 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 давай. Слушай, там надо еще кого-то спасти. Там, по-моему, Сашу надо было спасать. Мы успеем это сделать, нет? Не знаю, пока что. Вроде времени еще хватает. Спокойно. Тебя нога сегодня отрубится, нет? О, наконец-то. Клинки об них ломаются, но зато... Прям с подкатами, прям с подкатами.
Давай разгон. Отлично, осталась еще одна рука. Да что ты будешь делать, а? На. Все, Шейл разблокировалась, нет? Нет, потому что еще одна рука жива. И у меня клинки сломались. Я даже рукоятками умудрился отпилить ему руку. Так, ну ладно, давай сейчас это... Отлично. Давай на подъем. Да что ты будешь делать? Обязательно какое-нибудь дерево тут появится. Такой разбег. Отлично, минус один. Минус один жирненький. Так, пошли, тут где-то была Саша. Саша сейчас на другом краю. И еще одного типа. Но мы пошли за Сашей, она нам как-то дороже. Тихо, нормально, нормально. Нормально. Ух, матерь божья. Да что ты будешь делать, а? А ну-ка, отпусти ее! Я нечаянно использовал клинки. Вы посмотрите, какая их тут толпа. Отпусти, я сейчас ее таким образом упущу. Пошли вон. Давай. Ну ты посмотри, они все ее хватают. Они все ее хватают по очереди. Да пошло, пошел, 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 пошел вон. О, молодец, меня спас какой-то неизвестный паренек. Да чтоб тебя, черти, драли. Наконец-то. О. О! Пойдем, пойдем, успеем, не успеем спасти. Ну давай, давай. Спокойно. Давай, давай, давай. Ну давай, давай, ну что ты делаешь? Вот не успели спасти. Все, как обычно. Так, ладно. Давайте вот так сделаем. Что-то вы меня достали, господа хорошие. Ты там, тебя уже съели, тебя уже переварили, ты там уже предсмертную речь говоришь. Сейчас мы их тут зачикаем всех. Воу-воу-воу-воу, пошел. Че ж вас тут так много-то, а? На. Ох, как красиво она его подбородок разрубила. Ты посмотри, а. Тихо. У меня вот жизнями не очень хорошо. Отлично. А, тут жирненький пришел. Я думаю, что-то не то. Вот, другое дело. Тихо, 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 спокойно. Ты куда делся? Да не ты, вот ты. Отлично, разгон, удар и еще удар. Вы посмотрите, сколько она жизни за один присест отнимает. Тихо, спокойно. Удар, удар и еще удар. Почти без ног его оставили, а я почти остался без клинков. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, пошел, 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 пошел. Он мне обязательно кто-то поможет, это приятно. Да ты посмотри еще, а что делают. Так, таблетку съели. Ты меня достал, а? Все, и клинки у меня разлетелись. Последние, последние, последние клинки. После сражаться будем кулаками. Ты пошел вон. Где тот, кого я искал? А ну-ка отпустил. А ну-ка отпустил его. Мы его там схватил. Да ебо на мать, вы посмотрите, какая их толпа здесь. Давай, Райнер, давай. Да японский ты бог, а. Ну, ну, ну. Отлично. Отлично. Так,
Давай, Микаса, давай. Мне вот только надо будет сейчас за клинками сгонять куда-нибудь. Тихо. Есть. 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 Пока никто не мешает, мы этим воспользуемся. Все, клинки почти сломались. Разблокировали шею. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Ну-ка, давай. Во, нормально. Мы его сейчас и так забьем. Так, все, пошли. Я вижу чемоданчик впереди. Да, я знаю, знаю, что у меня с клинками он, вон, все сломано. Саппорт. Так, отлично. И там внизу есть еще один. Фу, а ты мне еще что-нибудь дашь? Может, еще дашь мне? А, нет, это... Не-не-не, я не хочу никого менять. Отстань. Я не хочу никого менять. Так, и саппорта другого съели. А у нас еще целых 3 титана. Чем их будем бить, я не знаю. Так, ладно, ладно. И это все такие, жилистые. Так что тут хочешь, не хочешь, а убить нужно все части тела. На, на, на. Уж такие у меня клинки, которые быстро ломаются, но Микаса их ломает быстрее всего. У меня ни один персонаж их так быстро не ломал. Мне обычно реально как бы хватало. Микаса наносит больше урона, но быстрее ломает все это дело. Саппортов то ли всех съели. Так, и... Тихо, тихо, хорош. Удар. Удар. Тихо, нет, нар... Тихо, тихо, тихо. Не-н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 е. Не надо. Вот давай не надо. На. 4000 наносит. Вообще супер. Отлично. Все, клинки почти сломались. Дальше будем бить уже, чем придется. Да, миссия. Я первый раз с такой проблемой столкнулся, фактически. Я не помню, чтобы это было. Так, давайте. Может, что-нибудь мне починить немножко? О, мне хоть немножко починили. Спасибо. Вот этот режим, когда включаешь помощи, немножко чинит клинки. Да японский бог, а? Все, забили? Да, молодцы. И так осталось двое. Так, погнали. Лишних бить у нас просто такой роскоши нету. Еще один. Отлично. Молодец, молодец, Саша. Кстати, надо экономить, надо все-таки бить по одному удару. Потому что первый удар у нас самый сильный, остальные уже урон меньше наносят. Мы таким образом реально экономим. Все равно наносит дополнительно какие-то удары наносит. Так, что у нас там с этими? Воу-воу-воу! Вот это он шустрый. Ты на коленках бегаешь быстрее, чем на ногах. Ну, хотя бы так. О, тут за предел локации, да, нельзя далеко убегать, я понял. Так, ладно, давай-ка вот так. Тихо. Чё, почему, что в меня прилетело, кто? Рядом титаны? Да чтоб тебя. Ты японский бог. Ой, как ты там, ему руку аж вывернула, а? На тебе. Как же мне с вами теперь сражаться? Ну все. Вот теперь я гол как сокол.
И их тут еще целая куча. Ну ладно. Как говорится, медленно, но верно можно будет бить. Я рад, что хотя бы такой урон у нас остался. Во, разблокировали шею. Давай. Мы сегодня титанов голыми кулаками бьем. Воу, воу, воу. Спокойно. Так, ладно. Баллоны еще есть. Тихо, тихо, спокойно, спокойно. Мы вот как-то неудачно зашли, честно. Тут еще толпа бегает, мешается. Так, и... Молодцы, молодцы. Ребят, вы тоже, я разрешаю вам драться, кстати сказать. Увы, у вас тут лезвие-то не кончается, в отличие от... чем у меня. В отличие от меня. Все убили. Отлично, отлично. Рулим, 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 рулим отсюда, пока нас тут не сожрали. Так, никакой помощи у нас не появилось. О, боже. Нет, не ты. Ты, да. Да, да, да. Давай, Райнер. Давай, давай, пили, руби, бей, круши. Жулик Райнер, а? Не хочет сражаться. В полную силу. Я тебя понимаю. Так. Чем еще? Чем еще вас... О, слушай, там есть пушки. Давай попробуем к пушке заманить. Мы с пушки расстреляем просто и все. А ну отпусти! Отпусти, человечка. Так, иди сюда. Иди сюда. Давайте его заманим. Там у нас можно было как-то приманивать, да? Ой, меня увидели. Да, ты долго... Да чтоб тебя, Микаса, давай! Тихо. Тихо, спокойно, спокойно. Так. Начало с этого начнем. Есть. Так, теперь тот. Ты куда пошел, э? Ты куда пошел? Ну, ты смотри, он просто слинял. Ну, Саша, иди сюда, ты что там с ним делаешь? Вот япона мать-то, а. Так, у нас, кстати, баллоны уже тоже. Давайте баллон заменим хотя бы. И жизни поставим сюда. Во, нормально. Иди сюда, чучело. Иди сюда. Бежишь? Ага, увидел. Давай, 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 беги, 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 беги сюда, давай. Иди сюда, иди сюда. Чё, струхнул, дядька, да? Дядька, мар, дядька. Так, идет, идет. Где башня? Вот она, вот она, вот она, вот она. А ну-ка, прыг в нее. Ну, конечно же, она будет стоять не той стороной. На! Сколько у нас нарядов осталось? Еще 18. И он опять куда-то за деревья уходит. То его там, Саша, опять ты уводишь, нет? Нет, Саша, там нету. На! Давай по ногам тебе сейчас. Ты там не уползал. Да чтоб тебя. Снаряд пока долетит, ты там уже... Во! Куда? Куда ты опять ушел, а? Оп. Иди отсюда. Чего? Какой congratulation? Нам еще последнего надо добивать. Как его будем бить? Ладно, можно было, можно уже попробовать так заковырять. Давайте нападем. Да пошли вон от меня! Нет, 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 кыш, 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 кыш. Так, спокойно. Так, ешь. О, таблеточку приняли.
Но это не урон, конечно, вообще. Надо выруливать обратно туда. Иди сюда. Иди, 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 иди. Смотри, 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 как сообразил, да? Да не к нему ты прыгай. Ладно, сам виноват, цель не отпустил. Тихо. Тихо, тихо. Оп. Конечно же, она будет развернута где-то вот, вот, вот в другую сторону. А он уже упрется. Нет, о, зато снаряды восстановились. Давай, давай, руби его там. О, мы ему там ноги подрубили. Хорошо. Закидывай, закидывай его, он там упал. Все, все, ты нам, ты наш. Ты никуда не денешься. По крайней мере, пока снаряды еще останутся. И уполз, а. Ну ты посмотри на него. Ну ладно, это уже... Осталась еще одна рука у тебя, да? Да отвали ты от меня, смотри, как он меня уработал. Все, была последняя таблетка, больше нету. Ну давай, иди сюда. Я тебя буду вымучивать, мне миссию нельзя проиграть, да я знаю, что я сейчас... Ты посмотри, как ползет, а. Да прыгай ты куда-нибудь уже, Микаса, японский ты бог, а. Но почему? Почему кто-то разворачивает вечно башню? Я не понимаю. На. На. Не знаю. Вон, вон, в ту руку, да. Все, разблокировали? Да, разблокировали. Отлично. Руби, руби его. Ребята, руби. Боже мой, какая вымученная миссия, а? Ты посмотри. Я первый раз в такой ситуации-то. Кто, Райнер там его только наносит? Саша? Спокойно, почти. Почти зарубили. Есть. Слава богам. Понял? Видал, как мы могем? На кулаках. Убили тебя почти на кулаках. О, боже. Мы выиграли, и я все еще дышу, сказала Микаса. Фу! Отлично. Фу. Итак, ну что, посмотрим результат. Да, у нас... По времени 19 минут миссия заняла. 19 минут. Обалдеть. Но зато... О, новый материал получили. Какие материалы мы получили? Рарметал, это не то. Рарметал, не то, не то, не то. Нет, это все не то. Ну и ладно. Я уже привык. Пополнили галерею. У нас какие-то реквесты появились там. Интересно, а сколько всего полных таких локаций здесь будет? Еще, в принципе, одна, по-моему, локация будет. И мы сможем продолжить основную сюжетку. В прошлой сюжетке у нас был звероподобный титан. Кто будет там, бог его знает. Итак, ну что? Давайте на сегодня закончим. Это было здорово. Мне на самом деле очень понравилось. Было реально как бы круто. Мы с вами... Медленно, верно, просто продвигаемся дальше по сюжету. Почему бы и нет. Итак, ну что, спасибо всем, кто меня смотрит. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Давайте всем спасибо, всем пока.